Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками областного наркологического диспансера провели профилактический рейд. Для этого они отправились в село Охотское. Водителей приглашали сдать тесты в передвижной пункт метасвидетельствования. Помимо этого, рейды провели и на дорогах Южно-Сахалинска. В результате работы полицейские выявили 114 нарушений ПДД. Инспекторы пресекали грубые нарушения правил дорожного движения. Они задержали и отстранили от управления автомобилями 10 человек с признаками алкогольного опьянения. Из них 5 водителей ранее уже привлекались за аналогичные нарушения. Также задержано 15 водителей, не имеющих права управления транспортным средством, либо лишенные такого права по решению суда. Все водители отстранены от управления транспортным средством, автомобили помещены на специальные охраняемые стоянки. В ходе рейда чаще всего инспекторы ГИБДД фиксировали такие нарушения, как тонировка, неправильная перевозка детей, пересечение сплошной линии разметки и другие.